База ОБСЕ в Горловке осталась без охраны. Об этом заявляет пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. МИД призывает Россию обеспечить безопасность миссии на неподконтрольной Украине территории. Официальный Киев считает, что Москва пытается создать очередной повод для размещения миротворцев ООН лишь для охраны наблюдателей. Украинский МИД рассматривает эти действия как продолжение запугивания миссии ОБСЕ.